Здравствуйте. В этом видео я хочу выразить огромную благодарность Давиду, который нам помогает, который помогает моей девочке. Я хочу представиться. Меня зовут Марина. Мою девочку зовут Эмили, которой 2 года и 2 месяца. Мы живем в Канаде. Обратилась я к Давиду за помощью, потому что моя дочь Эмили в свои 2 года и 2 месяца очень плохо говорит. Она говорит всего 8 слов. Из них только 3, которые более четко звучат, а остальные все как у нее получаются. И она не соединяет 2-3 слова вместе. Естественно, фраза она это не говорит. Мы консультировали здесь у педиатра, прошли специалистов, и они все сказали, что через 1/2 года встретимся. Мое сердце было неспокойное, потому что месяц идет, 2-й месяц идет, и появляются какие-то странности. Вот как появились странности, она бегала на носочках. Начала бегать, вдруг начала ходить на носочках, плохо спала, с горшком у нас проблемы, с едой проблемы, она капризничала, она может упасть на пол, она могла там трястись в истерике, если что-то ей не понимали, мы не понимали то, что она же не говорит, и мы не понимаем, что она хочет. На улице она избегала детей, стала избегать детей, то есть если раньше этого не было, до 2 лет я такого не замечала, то сейчас она более так она бояться стала. И разговор. Я нашла Давида через YouTube, через отзывы, которые оставляли мамы, так же, вот как и я сейчас оставляю. Большое спасибо. Это вот только так я и нашла человека, который нам сейчас помогает преодолевать трудности. Когда я связалась, я все это Давиду рассказала. Онлайн-консультация была у нас через Skype. Я рассказала все-все-все проблемы, которые у нас существуют, за что я волнуюсь, за что я переживаю, почему так. И мы договорились связаться через неделю. За эту неделю у меня, я просто начала записывать все эти пункты, которые у нас появлялись, что новенькое, какие изменения у нас появлялись. Я просто начала записывать, потому что это невозможно было запомнить. Каждый день что-то было новенькое, стабильное. Я так боялась, что, ой, боже, чтобы это только не прошло, не пропало. Оно стабильно, оно никуда не убегает, оно никуда не исчезает. Оно как-то все вместе, все тише, спокойнее. И я стала спокойнее от того, что я вижу какие-то результаты. Давид, огромная, такая огромная, большая благодарность от всей нашей семьи, от всех нас, от меня. Вы делаете огромный труд, вы делаете просто неоценимый труд ваш, ваша работа, ваша забота о нас, это искренность. То, что вы помогаете нашим детям, это, я не знаю, это бесценно. Спасибо, спасибо огромное вам, спасибо.